Белорусы закодировали даже свой этот Ил-62 Ларады Airlines, который ЕВА-450ТР. Сейчас летит он вот с Витебска. С Витебска. На восток туда. На восток, Нижний. Вот она, Ларада Airlines. Вот, а сейчас покажу, как он выглядит вот на этом. Заблокирован, вот он, блокит. Блокит Ил-62. Это на радарбоксе, Airnav радарбокс. Он заблочен. Нифига себе, белорусы, что-то додумались.